Всем привет, сегодня мы будем проходить Grand Paint Granny Tonight Hunters за деда в бонусном уровне. Давайте стартовать. Также повысим сложность на один пункт. Сделаем уже легко. У нас было очень легко. Молот, скорость камеры. Посмотрим, в чем он здесь будет полезен. Смотрите, у нас уже есть с вами рюкзак сразу же. Капканы можно брать разве? Хотя мы играем за деда. Да, смотрите, бабка рядом ходит. Где наш молот? То есть мы его тоже должны искать? Побежит ли кто-нибудь вот сюда? Возможно, нет. Давайте зайдем в будку. Здесь у нас красный ключ. Замок сразу навешиваем на дверь, прям даже на открытую. Не запрещено. Денег. Проверяем, сколько у нас. 5. Да, у нас 5 долларов. Можем один напиток взять. Но лучше попробовать бутылку и ингредиент, чтобы сделать дымовушку. На него нужно накопить. Побежали сейчас все открывать полностью. Энергетики еще успеем собрать. Дверь раз. Дверь два. Здесь закончились эти двери. Есть также сейф. Энергетики мы с вами обязательно заберем. Сейчас их не применяем, будем парней потом загонять, чтобы они устали. Да как это, как это? Я не умею играть в бейсбол, ура! Я думал, нам дадут биту, хотя мы дед. Нет, разработчик все честно сделал. Больше ключ не пригодится. Отвертка, побежали за деньгами. Будем сейчас носиться туда-сюда. Уже будка закрыта. Бонусное задание мы с вами выполнили. Никто теперь не позвонит в полицию. Тут у нас сейф. Мы его, конечно же, грабим. Да, но нам столько денег даже не нужно. Здесь что есть интересненького? Это склад. Сюда могут забегать эти ребята. Деньги. Добираем, ладно. Сегодня можно выбрать совершенно другую тактику. Кстати, капкан-то мы все равно здесь поднимаем. Они всегда пробираются в дом, если проходят через дыру. Уже два энергетика есть, и мы даже ни одного не купили. Конечно, проще их будет ловить вот здесь. Он такой побежал, ну-ка. Открываем. Ты еще попадешься вот здесь сначала. Так, нас в бок ведет, очень странно. Все, сначала попался, потом еще попадешься. И мы тебя уже огреем. Теперь давайте купим энергетиков. Посмотрим, сколько нам дадут. Максимум 6. А, кстати, нам засчитали, что у нас очень много денег. Да, у нас 75. Ингредиент берем. И бутылка. Потом еще ингредиенты, бутылка. И еще, к примеру, ингредиенты, бутылка. Одна ловушка. И два напитка. Во. Вот такой набор. Нам сейчас курьер привезет это все за сарайкой. Все, привез. Капкан еще есть. Представляете себе? Выброс. Энергетики. 9 штук. Вы подобрали ингредиенты. Нужна еще бутылка. На. Вы подобрали пустую бутылку. Нужны ингредиенты. Так, у нас есть дымовушка. Вы же видели, мы их взяли. Но где они сейчас? Тогда давайте по рюкзаку и по тебе все. Так, у нас еще один капкан будет. Капканы очень нужны, но мы без молота никого не поймаем. Нам нужно тоже молот подобрать. Побежали уже заколачивать первую канализацию. Да, в принципе, 9, наверное, это многовато. Давайте примем. Один выход заколотим. Все, это есть. Ну-ка, где мой молот? Там топор. Мега странно. Где молот, я не знаю. По идее, мой молот должен был находиться рядом с машиной. Приколюха, я их, видимо, руками буду ловить. Так, ну нам разве доска важнее? Он там засядет. В предыдущем видео он там засел, в принципе. И потом выбежал от страха.
А, вот молот, а почему я его не замечал? Все, класс. Сейчас будем уже тогда орудовать. Один капкан сюда, у палатки. Забираем молот. Ящики даже не раскалываем. А хотя, подождите. А если мы все-таки их расколем? Не катит. И у нас еще один есть капкан. В принципе, это нам поможет хоть одного поймать. Он напорится прямо вот здесь у дыры. Все, раскрыли. И вот теперь нужно принять энергетик. Так, где вы там? Ах ты, уже ярлычков нет, смотрите. Ой, все, бежим. Двое прям встали, видели? Двое вставали. Смотрим, где остановятся. Пока просто бежим за ними. Так, 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 гоним их к себе. Ничего себе. Раз. А, ну понятно, где-то там попался. Все, эти, скорее всего, в доме. Два. Это ты где там? Жесть какая-то. Он выбрался, гад. Эти в доме, все. Давайте гнать. То есть у них выбора не будет. Смотрите. Ой. Обратно. Раз. Где второй-то? Он, то есть, два капкана взял? На. Он два капкана все взял. Мы его можем нести? Нет, только взамен молота. Ладно, потом соберем. Ведь он становится бестекстурным. Этот там сидит. У нас сейчас два капкана, в принципе. Мы его за счет только второго капкана и поймали. Еще энергетик тогда. Возможно, неплохая тактика, когда мы применяем два капкана. Нам с вами еще нужно вырубить все. Выкидываем. Берем топор. Что быстрее-то до них добегать? Надо все ящики разрубить. Осталось 5 энергетиков. Мы сегодня играем за деда. Он сидит в палатке, представляете себе? Дайте пока ждать. Разбили. Тут, скорее всего, ничего не было. Меняем на молот. И топор забираем себе в рюкзак. Шибучку. Ах ты гад. Это типа я тебя даже с энергетиком не понимаю, хотите сказать? А ты? Так вас тут много. Давай. Раз. Смотрите, они иногда встают. Будем подрезать как только можно. Я, скорее всего, с энергетиками поймаю их. Третий. И все, остался последний. Фантастика. Он, конечно же, зайдет в дом. Давайте даже смотреть. Ах ты, так он к будке подошел. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы его загоним в капкан. Все, попался, это в первый. Сейчас пока из него выбирается. И во второй. На. Вообще встреча просто произошла идеальная. И мы уже их таскаем. У нас сегодня получился почти спидран. Вот пьем энергетик еще один. Смотрите, супер скорость. Так, а если мы с парнем зайдем в будку, представляете себе? Вдруг сработает, что он позвонил. Если что, с последним так и можем сделать. Бабка, привет. За деда очень быстро получилось. В следующем видео постараемся еще сильнее повысить сложность. Пока справляюсь, они там, скорее всего, будут побыстрее. Нам даже всех энергетиков хватит. Но мы дымовушку с вами не смогли использовать. Как она применяется? И что здесь написано на плакате? Ах ты, непонятно. Они очень чувствительные и прям быстро сматываются. Вот и ты. То есть он даже не у костра, а между палаткой и костром. Где мы с вами можем пробежать? Вот не зря же рубил. Напишите в комментариях, если у вас есть более скоростные способы прохождения бонусной карты. Что же там вы делаете? Дрожит. Под землю улетит. Ну-ка, если кинем. Нет, все, оклемался. А если мы его кинем в капкан?
не закрывает капкан. Капкан его не чувствует. Давайте рискнем с ним зайти в будку. Вдруг засчитают, что он позвонил в полицию. Телефонная будка. Полиция. Мне не нужно сюда звонить. На. Он типа звонит. Смотрите, он хотел звонить, но я этого проказника поймал. Ничего себе. Сидит на телефоне. Вот прям конкретно он сидит на телефоне. Сейчас лежит на телефоне. Все, осел прямо. А давайте посмотрим со стороны. Мы такие через окно подходим. Кто здесь в будке, а там парень спит. И на бабку тоже его кинем. На. А, сквозь нее пролетает. А можно сделать вообще заброс в машину? На. Вот он прям в машине. Может, его теперь уже не примут? Приняли. И все, шериф увез этих детей. Непонятно куда, кстати. Возможно, как-то утилизирует. Нам сегодня с вами удалось пройти бонусный уровень за деда в игре Grandpine Granny Tonight Hunters. Оцените видео лайками, в комментариях пишите свои способы прохождения данной игры. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.